8 сентября в новомосковские выборы, собрание депутатов города Новомосковска. Соответственно, все партии уже встали на старт, и кто как может, так идет. Что же произошло? Вот, допустим, вчерашний случай в микрорайоне Залесный. Несанкционировано молодые, возможно, будущие кандидаты от нашей такой уважаемой партии КПРФ делают несанкционированный митинг и начинают раздувать огонь там, где вообще море располагается. Отмена чернобыльских льгот, давайте собирать подписи, чтобы этой отмены льгот не было. То есть отмена отмены. Нету такой проблемы, не существует. Есть ответы со всех уровней, даже правительства Российской Федерации, и мы вам представим, я уже персонально разговаривал вчера по этому вопросу с правительством, нам дадут переписку, что никакой вопрос не поднимался. Что этот вопрос прозвучал только потому, что государство хотело еще раз проинвентаризировать, один раз только посмотреть еще раз, а сколько же у нас таких льготников. Вот это вот все пошло. Это стратегия данной партии в преддверии выборов.